Друзья, всем привет! С вами Сергей, и вы на канале Бро Баскет. Подписывайся, здесь интересно. В этом видео вы увидите вторую часть неудержимых действий в краске, которые желательно иметь в своем арсенале. В этом видео вы увидите, что у вас есть 2-3 опции, иначе говоря, варианта при выполнении любого атакующего действия. Различные варианты будут указаны стрелками. Поворот на опор на ноге, бросок. Быстрый проход вправо или удар, остановка на две ноги, бросок. Быстрый проход влево или удар, остановка на две ноги, бросок. Разворот вправо, бросок. Или разворот вправо, зашагивание влево, бросок с одной ноги. То же самое в обратную сторону. Шаг назад, бросок с одной ноги. Быстрый высокий бросок с места. Друзья, в этом видео мы увидели, что в любом из атакующих действий нет безвыходных ситуаций. А это значит, что мы будем увереннее чувствовать себя на площадке. Обязательно отрабатывайте действия, чтобы увеличить свой технический потенциал и быть более ценным игроком на площадке. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Оставьте 1-2 комментария для продвижения видео на YouTube. А я с вами не прощаюсь. До встречи!